Привет и добро пожаловать на VIP Street Talk. Я Михаил, лидер канала Upsell TV. В сегодняшнем ролике я расскажу вам о новом контенте, о новом сайте Upsell Production и что будет происходить до конца этого года. Поехали! Переходим на сайт Upsell Production. Upsell Production – важный сайт, на котором вы можете узнать новости, информационный блог для авторов, контент по Brawl Stars, Clash Quest, Clash Royale. Также вы можете перейти на внешние сайты, как мерч наш посмотреть, стать нашим партнером, поддержать нас, написать комментарий и много какой информации найти. Upsell News. Важные новости и информация по сайту и каналу будут выходить именно здесь. Всякие обновления, изменения, фикс багов и ошибок будут также выходить здесь. Также расскажем здесь всю информацию важную. Посмотрите, не поленитесь. Вот так. Информационный блог для авторов расскажет вам важную информацию о YouTube, как набрать первую 1000 подписчиков, либо же как набрать 4000 часов и другие важные ролики, которые как модерацию настроить, как смотреть YouTube без рекламы и все такое, чтобы насладиться YouTube на максимум. Главная страница Brawl Stars, одна из самых популярных страниц на нашем сайте. На ней есть важные разделы, мои карты, открытия, прохождение испытаний и Brawl Design. Также в конце раздела есть уникальный контент. Каждая вкладочка здесь очень важна, можно перейти. В разделе открытия у нас есть открытие Brawl Pass и отдельные открытия. Также разбиты на сезоны, 4 сезон, 5 сезон и каждый пронумерован, чтобы вам удобнее было посмотреть и поинтереснее. А также в конце есть открытия, которых не затронули Brawl Pass, когда еще не было Brawl Pass. Clash Quest недавно вышла игра, полгода назад всего лишь от компании Supercell, пока она находится в бета-релизе, и сейчас я расскажу о ней. Сначала рекомендую посмотреть обзор по Clash Quest, понять смысл от нее, потому что смысл большинство людей не понимают от нее, к сожалению. Игра, также хочу сказать, то, что не онлайн, поэтому говорят все о том, что она не разовьется, но посмотрим. Также есть много чего интересного на данной вкладочке, например, Лига Clash Quest, тоже можно посмотреть, как играть, что нужно делать. Электрические острова, как я проходил, потом эликсирная долина и лавовые джунгли. В будущем эта вкладочка будет продлена, пожалуйста, посмотрите ее. Вкладка Clash Royale и стримы. Это две новые вкладки, которые помогут вам посмотреть его и увидеть более подробно. Также обязательно посмотрите их, если вы старые подписчики моего канала и смотрели уже давным-давно. Поэтому обязательно посмотрите, а мы пойдем на следующую уже вкладочку. Немаловажная страница на сайте Upsell Production – это партнерство. Подайте заявку на партнерство с канала Upsell TV. Обязательно соблюдайте требования, которые мы располагаем слева. Это 1000 подписчиков и определенное количество тысяч просмотров. Также не должно быть серого контента. И если все соблюдается, то мы вам ответим через 72 часа, как вы подадите нам заявку. Также перейдем к следующему разделу. Это реклама. Реклама на нашем канале тоже осуществляется в разном виде. Как в сюжетах, так же в ролике или же в посте в сообществе. Также мы слева располагаем опять же информации, которая потребуется для вас, что если вам непонятно, вы можете задать комментарии. А для этого все лишь нужно нажать «Подать заявку» и заполнить форму, в которой располагается разная информация. Вкладка «Мобильная версия приложения». Мобильная версия приложения – это новая вкладка, которая появляется здесь, и вы можете скачать. Она отличается, ничем не отличается от компьютера, но только видом, немного изменена она. Если вы являетесь модератором, вам необходимо заполнить данную форму. Если вы ее не заполните, вы будете исключены из модераторов канала Upsell TV. Также есть у вас шанс попасть в модератора, если вы заполните данную форму до конца этого года. Если вы ее заполните, наша команда вам ответит, Upsell Team, и вы получите письмо по почте. Вот и подошел к концу Upsell Talk. Напишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем и когда его выпустите. Также напишите в комментариях, что вы бы хотели бы еще увидеть в будущем, какой контент, какие новости вы хотите знать для вас, были полезными и интересными. Не забывайте переходить на наш сайт Upsell Production, также подписывайтесь на нас в ВК, в Discord, в Инстаграме и, конечно же, в YouTube. Всем спасибо, встретимся на 100 000 подписчиков. Всем удачи и пока!